Примечание. Анализ работы библиотек за 2021 год. Требования, показатели, отчетность. Такой была тема районного семинара для библиотечных работников, состоявшегося 16 марта. Итоги работы библиотечной системы в целом проанализировала директор библиотеки Ирина Бехер. Положительная оценка была дана работе Алексеевской библиотеки, где в прошлом году была завершена реализация проекта «Пенсионеры детям», поддержанного фондом президентских грантов. Кордовская библиотека получила денежное поощрение как лучшая сельская библиотека по итогам 2021 года в краевом конкурсе среди учреждений культуры сельских поселений, который проводится ежегодно в соответствии с краевой госпрограммой «Развитие культуры и туризма». Работники библиотек уделили большое внимание оформлению книжных выставок, обсудили требования, предъявляемые к оформлению, и дизайнерские идеи, которые можно использовать при подготовке и демонстрации выставок. Актуальным остается вопрос учета библиотечной статистики, что и как учитывать при проведении массовых мероприятий в учреждениях в современных условиях. Это у вас мероприятие должно быть в детском дневнике, а во взрослом дневнике вам просто через косую черту пишите, сколько было у вас молодежи и взрослых. Все, никуда не денутся. Игра-тренинг позволила библиотекарям разобрать различные ситуации при записи и посещении читателя в библиотеке. Завершился семинар подведением итогов и индивидуальными консультациями.